Всем привет, с вами Влад 205, и сейчас я расскажу вам 10 самых вкусных пирожных из СССР. 10 место занял сметанник. Это тортик на основе сметанного теста со сметаной внутри. Он считается традиционно русским кушаньем. 9 место занимает кекс столичный. Какой же он прекрасный вместе с чайком. Его замечательный насыщенный вкус вы никогда не забудете. 8 место заняла ромовая баба. Это славянское кондитерское изделие представляет собой разновидность кекса, изготовленного из сдобного дрожжевого теста с добавлением изюма. После выпечки промачивается сиропом из рома и сахара. Верхняя часть кекса обмазывается сахарной помадкой. 7 место заняло пирожное буше. Это пирожное из особого бисквита, изготовленное из смеси пшеничной и картофельной муки, напоминающее по форме маленькие круглые булочки, но начиненные мармеладом или желе, а иногда и кремом. 6 место занимают эклеры. Кто не любит эклеры, ребят, ну серьезно, это пирожное из заварного теста с кремом не оставит никого равнодушным. 5 место занимает пирожная картошка. Кто из вас не делал это прекрасное дополнение к чаю своими руками? Несколько пакетов печенья, пару банок сгущенок с маслом, и у вас уже полный холодильник этих чудесных комочков счастья. 4 место занимает пирожное лимонное. Его прикольный кисловатый вкус помнят многие, потому что забыть его невозможно. 3 место заслуженно занимает пирожная корзинка. Это вкусное рассыпчатое песочное тесто и в меру сладкий заварной белковый крем. 2 место заняло заварное пирожное. Это те пирожные, которые очень быстро куда-то исчезают со стола. Только вы приготовили заварные пирожные с кремом, а их уже нет. И у вас за столом сидят очень довольные лица. И 1 место занимает безе. Это вкусное воздушное лакомство не оставляет равнодушных любителей сладкого и занимает 1 место среди пирожных из СССР. А с вами был Влад 205. Ставьте лайки и пишите ниже, какое пирожное вы уже идете готовить или покупать. Всем пока!